От правил дорожного движения зачастую зависит жизнь его участников, и обучение им дело вроде бы серьезное, но не в нашем случае. Ведь непоседам в детском саду пока еще сложно воспринимать сухую информацию, а потому подобные занятия проходят в игровой форме. Тут используются и персонажи из мультфильмов, и стихи, и игра в вопрос-ответ. Мы должны смотреть с вами обязательно по сторонам, правильно? Да. А кто мне скажет, куда нужно смотреть? Право, налево, налево сначала, да? Да. А потом направо. Еще раз налево. А что мы смотрим-то? Для чего мы смотрим по сторонам? Чтобы машина не проехала. Правильно. В школах сейчас каникулы, и сотрудники ГИБДД активно посещают детские сады. Подобные занятия готовятся совместно с воспитателями и руководством дошкольных учреждений. Кто-то к нам едет. Печкин. Смотрите, на велике. Кто это? Кто это? Печкин. Здравствуй, Печкин. А ты как здесь оказался? Да я ехал в Простоквашино, письмо своему дяде Петя Петр, и забыл, куда вообще заблудился. Когда погода позволяет, теоретические занятия подкрепляются на практике. Благо, в каждом детском саду как минимум есть дорожка с нанесенной разметкой. Ребенок, во-первых, запоминает все это визуально. Ему нужно это показать, дать пощупать и дать самому попробовать это сделать. Только вот на таком преподавательском, да, составе у нас получается хорошее закрепление материала. Занятия, в том числе и игровые, посвященные правилам дорожного движения, в детском саду проводятся на протяжении всего года. И воспитатели считают, что это приносит свои плоды. Нам рассказывают насчет правил дорожного движения. Ага. Скажи, а ты часто видишь, как вот взрослые, например, нарушают правила дорожного движения? Да. И как в таком случае поступаешь? Как ты думаешь, с этого стоит брать пример? Нет. Ну а сама ты соблюдаешь правила? Да. Какие бы обучающие игры ни устраивали в саду, взрослым стоит помнить, что именно они – главный пример для детей. С начала года в Ленинском городском округе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.